мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с воскресным днем, наступающим постом в честь Успения Божией Матери, предстоящим праздником Маковеев. Желаю всем радости, помощи Божией, пост и молитва. Это два крыла, которыми Господь наделяет верующих, живущих по совести, исполняющих закон Божий и Его заповеди. В сегодняшнем евангельском повествовании об исцелении лунатика сказано было, что Господь сказал, что сей род бесноватый и бесы изгоняется только постом и молитвой. Иоанн Златоуст говорит: истинный пост и злых отчуждения, ярость отложения, похоть отлучения, от глаголы лжи и клятву преступления. Я желаю всем вам здравия и спасения, помощи Божией, хранить уста свои, сердце и жить чистоте, принесите достойное поклонение и благодарность Царице Небесной, почтите ее молитвой и постом, и пусть хранит вас Пречистая, и ангелы, ваши небесные хранители, пусть помогают вам упражняться в вере и благочестии. Аминь.